Шавуатов, Гутавот, хорошей недели. У нас сегодня 27-й урок по 13 принципам веры. И я бы хотел его связать с Ханукой, поскольку мы разбираем сейчас принцип, который говорит о том, что Тора, она будет неизменна, и устная и письменная Тора никак не меняется, и к Торе нельзя ничего добавить и ничего нельзя убавить. То поэтому один из вопросов, который здесь возникает, это о... На первый взгляд, так это выглядит, о том, что Рабонан добавили к Торе два праздника, а именно Пурим и Ханука. И возникает вопрос, как это можно было сделать. Гемора в трактате «Шаббат». Есть только одна гемора, которая рассказывает о Хануке. Тоже нельзя сказать, чтобы очень много. Гемора говорит о том, что зажигая ханукальные свечи, мы благословляем Броху. И говорит, тот человек, который зажигает свечки Хануки, он должен леварех. Раби Ирмия говорит, тот, который видит свечи Хануки, он должен леварех, сказать браху. Говорит Раби Иуда, в Йом Ришон, в первый день Хануки, человек, который видит, говорит два браха, а тот, который зажигает, говорит три брахи. Отсюда и дальше тот, который зажигает, говорит две брахи, а тот, который видит, говорит одну браху. Почему? Потому что не надо говорить браху Шейхиану, кроме первого дня. Что он говорит, какую броху он говорит, спрашивает Гемора, отвечает Гемора. Говорит броху Ашер Кидшон, Бамицвойса, Вацеван, Лалик, Нер, Шель, Ханука. Тот, который осветил нас своими заповедями, заповедовал нам зажечь свечку Хануки. Спрашивает Гемора, где он нам заповедовал зажечь эти свечки? То есть, где в Торе есть заповедь зажигания свечей? Отвечает Гемора. Два ответа. Рафиви говорит, по суке, Лота Сур, не сверни с того, что тебе укажут наши мудрецы направо и налево. А Рав Нехамия говорит «Шааля вихава и гетха, закинэхава и омралаха». «Спроси своего отца, и он тебе скажет, старейшину, который будет в твоем народе, он тебе ответит». То есть зажигание свечек Хануки нужно говорить брохи, поскольку это заповедь Хахамим. И на заповедь Хахамим мы можем говорить брохи, а Шерки Чана Бамицойсова, Цивана, тот, который осветил нас своими заповедями и заповедовал нам. Вопрос, который здесь, естественно, возникает, как это сообразуется с тем, о чем мы говорили в прошлый урок. Когда мы говорили о том, что зажжение свечей, когда мы говорили, что Рабонан. Секундочку. Как мы можем сказать, что зажигание свеч Хануки Рабонан заповедовали, мы должны ее зажигать, когда на самом деле Лемайса, на самом деле мы сказали, что Рабонан не могут добавить к заповедям Торы? Ответ, который, я думаю, что сразу же напрашивается, это ответ, который заключается в том, что Рабонан сообщили нам, что они добавляют какую-то заповедь, и когда они сообщают нам, что это заповедь Рабонан, они из Торы не объясняет, что это заповедь Торы, то в этом случае нет запрета что-то добавить. Действительно, Тора дала Рабонан такую возможность. Это правильный ответ, ответ, который существует. Но при этом нужно понять, в каком случае Рабонан могут добавить, в каком случае Рабонан не могут добавить какие-то заповеди. И мы обязаны слушать Рабонан, как мы прочитали в Геморе, спроси своего отца, и он тебе скажет, не сворачивай направо и налево от того, что скажет тебе Рабонан. Но, тем не менее, существует шейла, существует вопрос, что, как это согласуется с тем, что Тора не будет изменена, и что нельзя прибавить к заповедям Торы, даже пророк не может прибавить, а только на один час. При этом Рабонан могут установить какую-то заповедь, какую-то митцву. Вопрос понятен, Бекицур. Попытаемся ответить на этот вопрос. У меня здесь нету под рукой книги «Нефеш Гахаим», к сожалению, и поэтому я могу сказать только по памяти. «Нефеш Гахаим» говорит, она посвящает целую главу, если я не ошибаюсь, 21 или 22, я не помню точно, главу первой части «Шар Алиф». Нефеш Хахаим пишет о том, что Рабоны не могут прибавить и убавить к заповедям Торы и так далее. И говорит, основная задача этой главы, как бы сказать, немножечко другую вещь, но которая связана с тем, о чем мы говорим, а именно, что до дарования Торы люди, которые видели шорош, корень заповеди, и понимали, что корень их души соответствует тому-то и тому-то, и заповедь, которую они делают, она соответствует тем-то и тем-то тикуним, таким-то исправлениям во всех мирах, более высоких, более низких мирах, то они могли сделать какие-то действия для того, чтобы выполнить этот тикун, даже если это противоречило заповедям Торы. Но все это было до дарования Торы. Например, Яков, видя
корни своей души и души своих жен, мог увидеть, что он должен жениться на двух сестрах для того, чтобы построить вместе с ними весь народ Израиля. Амрам мог увидеть, что его корень души соответствует тому, что если он женится на Йохевед, на своей тете родной, то от них родится Моше Рабейну, через которого будет дана Тора, и они могли это сделать, несмотря на то, что это противоречит каким-то заповедям. Со времени, когда была дана Тора, подобные вещи являются не только противоестественными, но и невозможными. Это будет нарушение заповеди Торы. И об этом пишет Нефеш ха-Хаим. При этом он пишет, что возьмем, к примеру, какую-то заповедь, как заповедь, о которой мы сейчас с вами разговариваем, заповедь Пурима и Хануки. Каким образом можно для Рабона было добавить заповедь, которая не указана в Торе? Приводится Мидраш, Нефеш ха-Хаим приводит Мидраш, что когда царица Эстер пришла к Рабаним и сказала, что напишите меня в одной из книг Танаха, ответили они, что сказано Лотасиф, мы не можем тебя записать всю эту историю Пурима со всеми чудесами и так далее, мы не можем записать Танахи, поскольку нельзя прибавить к заповедям Торы. Отвечает, продолжает Гемора в трактате Мегила и говорит, что они нашли асмахту, они нашли смах из Торы, какую-то вещь в Торе, которая показывает, что это соответствует. В Торе есть намек на события книги Эстер, «Астир Эстер от Панай, полностью сокрой свое лицо», упоминание имени Эстер там, которое сказал Всевышний, и поэтому они смогли записать книгу Эстер, смогли установить заповедь Пурима. Дальше Нефеш ха-Хаим не дает себе труда объяснить это и пишет, что наверняка Рабонан нашли также какую-то асмахту в Торе, какую-то часть Торы, из которой они могли установить праздник Хануки. И Нефеш ха-Хаим не объясняет, какой. Просто для него это настолько пашут, настолько очевидно, что в Торе есть упоминание о Хануке, что они не стали даже говорить, где это упоминание находится, и Нефеш ха-Хаим это не привел. Нефеш ха-Хаим, я уже несколько раз говорил, что это такое. Это книга Рав Хаима Воложенера, которая рассказывает о мировоззрение один из учеников Гаона, поэтому он занимается тем, что его интересует, а не тем, что именно нашли Рабонан для того, чтобы установить Хануки. Но в Гаарот, в примечаниях к Нефеш ха-Хаим, уже не он, а более позднейшие комментаторы, чтобы объяснить, что имеет в виду Нефеш ха-Хаим, пишут, что, скорее всего, имеется в виду Мидраш, которое толкование, которое приводится на пасук в Торе, о том, что когда Моше Рабейну, Аарон, и все евреи, которые вышли из Египта, построили мешкан, храм, переносной шатер. То первого числа месяца Нисан Моше Рабейну устанавливал этот шатер, и после этого было устроено 8 дней милуим, 8 дней освящения храма, восполнения, для того, чтобы Аарон смог стать первосвященником, и для того, чтобы остальные священники Каиним стали Каиним и так далее. Моше Рабейну приносил жертвы, и после чего все колена 12 дней подряд, каждый из руководителей колен, продолжая освящение этого мешкана, приносил жертвоприношение, которое происходит, и приносились они. И это тот отрывок Торы, который мы читаем в Хануку, «Зот Ханука», кончается она восьмой день Хануки, мы читаем «Зот Ханука да Мизбех», и это освящение, которое произошло в храме, освящение жертвенника. И таким образом нам рассказывает Тора, как это будет произведено. Мидраш говорит, что Аарон а-Коэн, брат Моше, пришел к Моше с претензией. Есть 12 колен Израиля, одно из них левиты. Колено Иосефа делится на два колена Минаше и Ефраим. И вот 12 дней Минаше и Ефраим и остальные части колен приносят жертвоприношение. Каждый из глав колен подробно Тора описывает, какое жертвоприношение он идентичный друг другу, они приносят. И вот колено левита – это единственное колено, которое не приносит жертву и не делает освящения храма. На это ответил Моше. В разных мидрашим это сказано чуть-чуть по-разному. В одном мидраше сказано «Шельхаю терми шелагем» – «Твоя заповедь выше, чем их заповедь». В другом мидраше сказано, что Моше Рабейну ответил Аарону, это написано прямо в Торе, что он самух рядом с заповедями, с пересказом того, как приносили жертвоприношение, рядом с этим написано, что сказал Моше Аарону, что ты будешь зажигать минору в храме и так далее. И вот зажжение этой миноры подробно описывается, как Аарон зажигает минору. Два мидраши говорят чуть-чуть по-разному. В одном мидраше сказано, что смехут этих двух паршиот, то, что приношение жертв главами колен и зажжение миноры находится рядом, написано в Торе подряд, либо это говорит о том, что твоя, сказал Моше Аарону, твоя заповедь, зажжение миноры выше, чем их заповедь, либо Моше ему сказал, что да, действительно, сейчас в освящении храма твоя заповедь зажжения миноры фактически не участвует, и заповедь освящения происходит через жертвоприношение, которое приносит главы колен, но в дальнейшем будет еще одно освящение храма,
когда освящение будет произведено через зажжение Минору. И это дни Хануки, когда Хашманаим осветили Бейт ха-Микдаш после того, как Еваним, греки, его осквернили. И вот Моше сказал Аарону, что будет еще одно освящение, которое будет производиться через зажжение Миноры. И пишет комментарий к Нефеш ха-Хаим о том, что это тот мидраш, который имел в виду Моше, и это мидраш, который имели в виду наши мудрецы, когда установили празднование Хануки. То есть из этих двух историй праздника Пурима и праздника Хануки мы видим, что даже наши хазаль, которые делают заповедь Дерабонан, митцва Дерабанан, они тоже не могут ее сделать, если нет какой-то асмахты, какой-то причины, указанной в Торе для этой заповеди. Поэтому после того, как Рабонан толкуют правильно этот мидраш, после этого толкования приходит Гемора в трактате Шабос и говорит, что ты не можешь лохлок, ты не можешь спорить с этим толкованием, потому что сказано, слушай своего отца, своего старейшины, или потому что сказано, что не сверни с того, что говорят твои мудрецы направо и налево. И это причина, по которой можно установить праздник Хануки. Праздник Хануки на самом деле – это праздник Торы Шебаальпе, это праздник устной Торы. Поэтому я немножечко изменил порядок своих лекций, чтобы подгадать к Хануке то, что я хочу сейчас сказать, поскольку это часть того, о чем мы говорим, что принципы, указанные Рамбамами, которые мы комментируем, говорят о том, что Тора, как письменная, так и устная Тора, не будет изменена, и Тора, которая дана нам, она дана нам на веки веков, и никакого изменения в ней не произойдет ни в письменной, ни в устной Торе. Я не говорю сейчас о махлокисах, о спорах между мудрецам, как толковать ту или иную вещь, я говорю сейчас о клалим, об общих правилах, о которых мы сейчас говорим, что они не подлежат изменению, и они останутся в том же виде, о котором мы говорим, постоянно. Вы помните, что если есть вопросы, вы можете их задавать. Я просто медейпам проверяю, есть ли у меня вопросы, пока не появляются. Так вот, теперь после того, как мы обсудили это, мы можем двинуться дальше и обсудить немножечко, что такое Ханука и что такое Тора Шебаальпе. Почему Ханука является праздником, связанным с Торой Шебаальпе? Я уже об этом говорил, но это нельзя пропустить в курсе 13 принципов, поэтому я хочу здесь тоже указать это. Мы знаем, что события Хануки развивались таким образом, что во время греческого галута, когда греки владели Иудеей, Эрец-Исраэль, то евреи, которые жили в Эрец-Исраэль, имели право на соблюдение мицвот, это была одна из провинций Греции, и будучи этой провинцией, она могла соблюдать свои традиции, свои заповеди и так далее, за исключением нескольких вещей. Было запрещено евреям соблюдать четыре вещи, и так случилось, чтобы Ашгаха Пратит, частное влияние Всевышнего, что эти четыре вещи все раскрыты нам в имени Хашманаим, который говорит о том, что Хашманаи – это люди, которые подняли восстание против греков, руководили этим восстанием и так далее. Хашманаи состоит, имя состоит из четырех корневых букв – Хет, Шин, Мем, Нун, и в эти буквы включены, Рашей, Тивот, аббревиатура, в них включены те четыре запрета, которые греки сделали для евреев в соблюдении Тора. Остальные заповеди было можно соблюдать, а вот эти четыре заповеди, на них были экзерот. Первая заповедь – это освящение нового месяца, вторая заповедь – это шаббат, третья заповедь – это бритмила, и четвертая заповедь – это нида. Эти четыре заповеди, которые в них выражался весь конфликт между греческой и еврейской культурой. Суть греческой культуры заключалась в том, что человек, как таковой, он является абсолютно совершенен, в нем нет никаких изъянов, как в человеческом разуме, так и в человеческом теле. И он завершенный, доделанный и полностью гармоничный. Это включает в себя греческую философию, греческие олимпийские игры, греческую науку, философию и так далее, искусство, скульптуру и т.д. и т.п. И мы знаем, что эти части греческой культуры, они как бы неотъемлемо вошли, к сожалению, в нашу жизнь сегодня. И идея о совершенстве человеческого тела и человеческого разума, она завоевывает очень многих людей до сегодняшнего дня. И это естественно, потому что все четыре галута, все четыре изгнания, которые были в Амисраиле, они доходят до наших дней, доходят до последнего изгнания. И последнее изгнание включает в себя все четыре предыдущих. Теперь попытаемся понять немножечко в двух словах, поскольку я об этом уже говорил, напомнить в двух словах, что означают эти четыре распоряжения, которые сделали греки.
Первое распоряжение, начнем с шаббата. Запрет на соблюдение субботы был связан с тем, что суть еврейского понимания того, что такое шаббат, она заключается в том, что... Кто-то прокомментировал, что это ужасный запрет. Я согласен. Она заключается в том, что мы говорим о том, что мир, который создан, он не завершен, не совершенен. Этот мир, в котором является как бы только проздором, Мишна в трактате Пиркей Авот говорит, что мы должны рассматривать этот мир, весь этот мир, как коридор, по которому надо пройти для того, чтобы войти в зал. Зал – это грядущий мир, в котором есть своя цель. Это мир, который называется Йом Шекуло Шаббат, день, который целиком состоит из шаббата. И вот суть нас, нашей жизни здесь, это дойти до субботы, до шаббата, дойти до состояния, когда мы приведем мир к полной гармонии, к полному совершенному состоянию. Это состояние – это шаббат, мир, который день Йом Шекуло Шаббат, день, который целиком состоит из субботы. И это не вызвало как бы радостного восприятия со стороны греков, поскольку их философия говорит о том, что мир совершенен, завершен, и что сказать, что этот мир является только промежуточным уровнем, который путем нашей службы Творцу, нашим мицвот и так далее, мы должны прийти к нужному результату, а сейчас мы находимся только в коридоре, понятно, что грекам это не понравилось. Это первая заповедь, против которой восстали греки, но не последняя. Вторая из них, мы разберем не по порядку, это заповедь Бритмила, заповедь обрезания. В чем состоит мицва Бритмила, в чем состоит мицва обрезать человека? Рождается мальчик, который в 8-дневном возрасте, папа его приносит к Мойлу, и Мойл отрезает крайнюю плоть. И один из аспектов этой заповеди – это то, что мы говорим, что человек, который пришел в этот мир, родился по законам природы, этот человек не завершен и не совершенен. Я думаю, что мы помним, вы помните, а может быть и нет, но я тем не менее расскажу. Во время диспута между Раби Акивой и Турмус Рупусом, Турмус Рупус – это был наместник Иудеи, который в результате приговорил Раби Акива к смертной казни, Турмус Рупус задавал Раби Акива вопрос о том, что важнее, что более великие, какие действия являются более великими со стороны Творца – действия рук человека или действия рук Всевышнего. И Раби Акива затруднялся, как объяснить Турмус Рупуса, как ему ответить на этот вопрос. Не то, что он не знал ответа, потому что как этот ответ донести до Турмус Рупуса, ему было тяжело, потому что он понимал, что Турмус Рупус имеет в виду обрезание Бритмилу. Что вопрос, который задает Турмус Рупус, состоит в том, что если Всевышний хочет создать человека обрезанным, если обрезанный человек чем-то лучше, чем необрезанный, то почему Творец не создаст изначально человека с отрезанной крайней плотью? Для чего ему нужно, чтобы эта крайняя плоть была пришита и стояла на своем месте, для того, чтобы в 8-дневном возрасте ребенку, который ничего не понимает, ничего не соображает, вдруг нужно будет привести и отрезать кусочек вот этой вот крайней плоти? И мы говорим, что это заповедь Творца, что человек без... До обрезания человек несовершенен, и совершенным он становится только после производства вот этой функции обрезания. Если это так, то почему Всевышнему не создать человека заранее, обрезанным, цельным и так далее? Это вопрос, который задавал Турмус Рупус, и Раби Акива затруднялся, как до него донести объяснение, ответ на этот вопрос, хотя ответ на этот вопрос элементарный, в вопросе кроется ответ. Это и есть замысел Всевышнего. Замысел Всевышнего, который состоит в том, чтобы человек не был создан завершенным и совершенным, поскольку человек должен себя доделать, человек должен себя привести в нормальное состояние, а не родиться готовым. И понятно, для чего это нужно. Человек, который создан готовым, у него нет никакой динамики, он не может себя совершенствовать, не может совершенствовать мир. А мы уже сказали, что Гашкафа, мировоззрение народа Израиля, состоит в том, что путем Торы, изучения Торы в первую очередь, соблюдения заповедей Торы, которые Торатейну Акдуша нам дала и так далее, мы доделываем этот мир и доводим его до того состояния, ради которого он был создан Творцом. А сегодняшнее наше состояние, оно является временным. И Бритмила является первой вещью, на которой мы демонстрируем эту вещь. И естественно, что греки должны были восстать против обрезания, поскольку человек совершенен, его тело завершено, оно и физически, и духовно совершенно, и можно только заниматься физкультурой, заниматься философией, развивать свой разум, развивать свои мышцы. Но доделывать, переделывать тело как таковое – это ересь, абсурд и так далее. Это вторая идея, которая была у греков, поэтому они восстали против еще одной мицвы, мицвы, которая называется Бритмила. Третья, четвертая идея, они очень похожи.
это благословление нового месяца. Суть этой заповеди состоит в том, что двое свидетелей, которые видят рождение новой луны, каким образом это происходит? Луна, когда появляется, она появляется в виде месяца, который смотрит вот так вот в одну сторону, потом этот месяц увеличивается, становится полумесяцем, становится полной луной, и потом в какой-то момент он уменьшается, в другую сторону становится месяц, и потом уходит за горизонт, исчезает, и тут же рождается, или почти тут же рождается новый месяц. Вот этот момент рождения нового месяца, о котором я сейчас говорю, этот момент является моментом, когда двое свидетелей, которые увидели рождение нового месяца, должны явиться в Бейздин, в суд, в Иерушалайме, сообщить о рождении месяца, они подвергаются допросу с пристрастием, выясняется, не обманывают ли они, действительно ли был новый месяц и так далее, после чего по одному их допрашивают, после этого, если действительно Бейздин видит, что они говорят правду и было рождение новой луны, то Бейздин освещает новый месяц, и освещение этого нового месяца это слово «микудаш», которое произносит Бейздин, «освящен», которое произносит Бейздин, оно является, только в этот момент начинается новый месяц. Что я имею в виду? Что если они не успели сказать этого слова до того, как наступила шкия, заход солнца, то новомесячье отменяется и переходит на завтра. Несмотря на то, что луна уже взошла, ее видели несколько человек, тем не менее, законы нового месяца, не только молитвы, но все остальное переходит на завтра, на другой день. И я сейчас не буду в это входить. Это означает, что законы природы, связанные с новым месяцем, они есть различные. Мы, по-моему, однажды их обсуждали, поэтому сегодня я обсуждать не хочу. Но законы природы, которые связаны с рождением нового месяца, они передвигаются. То есть весь цикл, связанный с Луной, оно передвигается с сегодня на завтра только по одной причине. Потому что Бейздин не успел сказать слово «микудаш». Это, естественно, вещь, которую не могли выдержать греки. И здесь уже входит немножечко другой аспект того, о чем мы говорили раньше. А именно аспект того, что существует, надо вначале войти в такую деталь, что в греческой культуре существует два мнения, махлокис, скажем, по-нашему, по-простому махлокис, спор. Спор между Платоном и Аристотелем, который заключается в том, мир был создан Всевышним, и потом Всевышний прекратил управлять этим миром и оставил его под управлением закона природы. Может быть, кто-то из вас помнит, мы это обсуждали, когда на уроках про Иова, это было первое мнение Иова, которое он говорил, когда он сказал, что мир отдан управлению законом природы. Это мнение, против которого восстал Элифас. И второе мнение, мнение другое, это спор между Аристотелем и Платоном, мнение, которое говорит, что мира вообще не было начала, мир появился сам по себе из Дарвина, я не знаю, каким образом точно, из обезьяны, но не было Творца, который сотворил мир, и мир появился путем первичного взрыва, ну, со всеми гипотезами, которые мы можем сказать сегодня. Вот эти два мнения, которые существуют, они, с одной стороны, разные, они отличается тем, было ли начало у мира. Но, с другой стороны, то, что нас интересует, среди них было одно общее. Общее, которое заключается в том, что они оба считали, что мир сегодня управляется только законами природы, и Всевышний изъял себя из управления этого мира. И эта философия, которая для греков являлась одной основной частью философии, которая говорит о том, что не только мы, евреи, в этом мире не можем сделать какое-то действие, которое повлияет на законы природы, но этого не может сделать даже сам Творец. Освящение месяца показывало, что Творец не только сам продолжает управлять миром, но он оставил у нас, у людей, возможность сделать какое-то действие, которое приведет к тому, что Всевышний пошлет обратное действие, Ор-Хазер, дополнительный свет, возвращающийся свет, который приведет к тому, что фактически не только Творец управляет миром, но Ам-Исраэль имеет возможность, народ Израиля, возможность некоторого управления миром через мицвот, который дает Всевышний. Он может влиять на природу. Понятно, что это противоречило полностью пониманию греков, и поэтому это была еще одна заповедь, против которой греки восстали. И последняя заповедь, которая не понравилась грекам в Тарьяге Мицвот, 613 заповеди Торы, это заповедь Ниды, заповедь соблюдения ритуальной чистоты, когда женщина в определенные периоды времени запрещена мужу и запрещена до тех пор, пока она не окунается в бассейн для ритуального омовения или для, в живые источники, маян, озеро, море и так далее. Это еще одна вещь, которая
грекам было недоступно, непонятно, и мы с вами должны увидеть, что именно не устраивало греков в этом вопросе, а именно, что получается еще одно восстание против законов природы. Мы говорим о том, что вначале с греков начнем. Греки говорят, что человеческое тело, человеческий ум, он совершенен, завершен, он цельный, он не подлежит никаким изменениям. И это просто вот такая вот природа человека. Существуют разные периоды времени, так же, как существует осень и зима, и лето, и так далее. И это и есть тева, и нельзя в теве, в природе, не может быть ничего, что нечетко, неправильно определено и так далее, временно. Приходят евреи и говорят, что нет. Понятие ниды – это клала, проклятие, которое произошло с народом, с Адамом и Хавой. После того, как Адам и Хава ели от дерева познания добра и зла, в мир вошла смерть, в мир вошло понятие тумы, нечистоты, тумы, которая связана со смертью. Примером этого можно привести, мы не ощущаем этой тумы, поэтому греки не могли согласиться с существованием такой вещи. Попытаемся это каким-то образом определить, объяснить, с чем именно они не могли согласиться. Одна из основ философии, что то, что человек может постичь своим разумом, это то, что существует, он может это изучать, достигнуть в этом совершенства, понимания и так далее, но вещь, которая выходит за пределы его понимания, она просто не существует, потому что поскольку человек существует как совершенное существо, полное, цельное и так далее, поэтому это существующее существо в виде человека, все, что он понимает, это существует, всего остального нету. Очень похожую свару логику придерживался Владимир Ильич Имах Шмо, который говорил о том, что материя – это материальная реальность, которая данная нам в ощущениях. Я не помню уже точно определение материи, но суть состояла в том, что существует только то, что я могу каким-то образом пощупать, измерить и так далее, и так далее. Любая вещь, которая недоступна моему восприятию, ее просто нету, иначе бы я мог ее воспринять. Это часть философии греков, которая вытекает из того, что человек завершен и совершенен, поэтому все, что он не может воспринять, раз это невозможно воспринять, это выдумки, и этого нету. Логика очень простая и почти что верная, за исключением наоборот. Поэтому после того, как греки это говорят, то получается ситуация, что понятие тагары и тумы, чистоты и нечистоты, это понятие, которое мы не можем измерить даже с помощью спектрографа, а раз мы не можем его измерить теми измерительными приборами, которые были во время Древней Греции, то, соответственно, это выдумки, и этого нету. И никакого понятия тумы нету, а есть то, что мы видим, больше ничего нету. Приходит там Исраиль и говорит, что это не так. Я приведу пример, чтобы продемонстрировать как-то какую-то часть этого примера. Что такое тума? Мы ведь действительно не ощущаем понятие ритуальной нечистоты. Ну, лежит себе трупик человеческий. В чем состоит его нечистота? Где мы его можем измерить, каким измерительным прибором? Но чтобы это продемонстрировать, проиллюстрировать, мне достаточно привести пример. Существует четыре вида творения. Неживая природа, думем, цомех – растение, хай – живое, и медабер – говорящее. Эти четыре уровня, которые существуют, они ведут себя по-разному с течением времени. Например, возьмем камень, пусть он пролежит 100 лет. Он как был камнем, так никакого изменения в нем не произойдет, он останется камнем. Возьмем цветок, который красивый, розочка, я не знаю, лилия, что-нибудь такое. Она цветет, пахнет, дает приятный запах, приятно выглядит и так далее. Она пролежит 2-3 недели, и она завянет. Запах у нее станет, вместо того, который был, превратится в запах совершенно менее приятный и так далее. Почему? Потому что цветок в своем уровне исходит из более высокого корня, чем корень неживой природы. Потому что цомех, его связь со Всевышним находится выше. И когда эта связь с более высоким уровнем Творца исчезает, то появляется что-то неприятное. Это выходит в леполь, выходит в действие. Возьмем следующий пример. Я думаю, что никто из нас не пробовал это посмотреть и понюхать. Но представьте себе, как будет выглядеть и пахнуть корова, которая пролежала после смерти недельку-другую. Понятно, что запах у нее будет еще лучше, чем у цветка. И причина та же самая, потому что животное, хай, оно находится на очень высоком уровне по сравнению с растениями, тем более по сравнению с камнем. Поэтому его нечистота, его тума выразится для нас в более ясном виде, в ясной форме. Человек отличается от животного тем, что его душа
находится на более высоком уровне. Корень души человека включает рух, нешаму, то, о чем вы много раз уже упоминали, и вы без меня тоже, наверное, много раз об этом говорили. Поэтому получается ситуация, что в момент смерти, когда умирает человек, то прерывается связь между его верхней частью души и самим телом. Поэтому в это время, в связи с тем, что получается вот эта вот ситуация, то запах, в кавычках, который исходит от тела человека, от которого, которое его оставила очень высокая душа, то этот запах в виде тумы состоит в том, что тума, нечистота, включается в этот мир, входит в нее, и человек, который до этого дотрагивается, находится с ним в шатре и так далее, он становится тамы. Пощупать это мы не можем, так же, как мы не можем пощупать, что такое душа, и не можем ее измерить. Мне пришел какой-то вопрос, я хочу прочитать. Мне задают вопрос, можно ли слушать лекции, занимаясь каким-либо бытовым делом, работа за компьютером или перебиваясь куда-либо, например, в метро. Безусловно, можно слушать лекции, и изучение Торы – это вещь, которая в любое время возможна. И понятно, что человек, который едет куда-то и не может заниматься Торой просто потому, что он находится в метро, но при этом может включить наушники, вставить себе в уши и заниматься Торой, то он выполняет миссу, которая называется «Белехта Хабадерих». Когда ты идешь в дороге, ты будешь заниматься словами Торы. Так что, безусловно, это можно сделать и очень даже нужно. Особенно это очень хорошо делается, когда человек едет где-то в машине за рулем, поскольку в машине можно включить прямо наган какой-то, ну вот этот, как его сказать, магнитофон, я не знаю, как это сегодня называется, MP3, что-то такое, то поэтому можно использовать время, человек, который это делает и слушает лекции по Торе, в это время он выполняет мицву Торы, мигадрин, минга, мигадрин, самым лучшим способом. Это не наша тема, поэтому я не буду в это сейчас входить, но заниматься Торой дорогой, есть Мишна в трактате Пирке Авот, что человек, который идет в дороге, поскольку дорога – это маком, Бекисеру, идя в дорогу и заниматься Торой, это еще важнее, чем заниматься Торой, сидя на месте. При этом надо понять, что при этом я могу что-то прошляпить, не заметить и так далее. Окей, это бывает. Окей, двинемся дальше. Так вот, мы остановились на том, что понятие тумы, понятие нечистоты, о котором мы говорим, оно чем выше корень души, тем выше это понятие. Поэтому понятие ритуальной нечистоты, несмотря на то, что мы не можем это измерить, оно существует, и на примерах камня, цветка, быка, человека мы более или менее это разобрали. Это понятие, которое называется тумат мет. Тумат нида вошла в этот мир в тот момент, когда Адам и Хава ели от дерева познания добра и зла, в тот же момент, когда в мир вошло понятие смерти. Так же, как вошла тума от умершего, также вошла тума от ниды. Тума от ниды – это тума, которая сходна, похожа на тума от мет. Нида – это состояние, в которое приходит женщина в тот момент, когда она должна была бы родить ребенка, должна была бы заиметь и родить, но вместо этого не происходит. Поэтому та клетка, которая должна была превратиться в человеческую жизнь, она выходит с этой нечистотой, которая называется нида. И это ненормальная ситуация, которая не должна быть в этом мире. Это клала, проклятие, которое получила Хава из-за того, что они ели от дерева познания. Поэтому это клала, которая когда-нибудь пройдет. И поскольку она когда-то пройдет, то поэтому это еще один переходный период, который показан нам Торой, путь, который мы проходим, исполняя заповеди, и заповедь устранится от этой тумы. Греки не могли на это согласиться по одной простой причине, потому что суть их философии, психологии, жизни и так далее – это завершенность этого мира и гармоничные полностью законы природы, которые никогда не будут меняться, и отсутствие какого-либо промежуточного этапа пути для того, чтобы войти в другой мир, Алам Аба, Шаббат и так далее. «Идя пешком, меня спрашивают, можно напевать и нашептывать молитву?» Общий ответ, что это можно делать, но существуют места, в которых этого делать нельзя. Например, человек находится в месте, где есть неприятный запах, запах, который происходит от отходов и так далее, или где проходили собаки, коровы и отложили то, что они делают, когда они проходят, то в этом месте, в радиусе 4 амот, или в месте, где я вижу со, вот то, что испражнения, которые были у животных, то в этом месте я не могу молиться. Поэтому существует то, что называется в галахе мавот митунафот, грязные переулки.
Поэтому надо знать, скажем, в четырех шагах от помойки, которая благоухает, нельзя говорить слова Торы и молитвы, но вместе, в другом месте, я не знаю, в метро и так далее, безусловно, это можно делать, и нет никакой проблемы это делать. Существуют молитвы, которые нужно молиться стоя, поэтому их тяжело молиться в метро. Но, в принципе, никакой проблемы в этом нету, и вполне можно это делать. Желательно все-таки такие молитвы, как Шахрис, Минха и Марев, молиться дома или в синагоге, а псалмы читать, учить Тору в дороге очень мишубах, как я уже ответил на этот вопрос. Продолжайте спрашивать. Я двигаюсь пока дальше. Окей. Так вот, мы разобрали четыре вещи, против которых восстали греки. Теперь нам осталось увидеть, как эти вещи совмещаются с минорой, которая является симаном, знаком, символом Хануки. Когда мы зажигаем Ханукию, в которой горят первый день одну, последний день восемь свечей, связанных с чудом того, что когда евреи вошли в храм, как и сказано в Мидраше, который я вам привел, сказав, откуда у Хазаль, у наших мудрецов была сила установить такой праздник на все поколения. И сила была в том, что Моше Рабейну сказал Аарону, что в будущем будет время, когда Ханукат Мизбех, освящение храма, произойдет именно через заповедь зажигания миноры. И это произошло в Хануку, когда евреи вошли в Бет-Мигдаш и увидели, что не хватает, у них есть только один горшочек масла, которое было тагор, чистого масла. И они зажгли это масло, и случилось чудо, и масло горело 8 дней, и это 8 дней Хануки, которые мы празднуем. Ханукия, минора, вернее, минора, которая стояла на юге, в Маком Кадош, в Ихале, с ней произошло это чудо. И об этой миноре есть мидраш в Геморе Минухас Дав Кафтет, мидраш, который говорит о том, что когда Моше Рабейну зашел на гору Синай для того, чтобы получать Тору, он получил, получил подробное описание словесное Творца, лично Творца, по поводу того, как нужно делать храм и как нужно делать всю храмовую утварь, в том числе и минора. Со всеми остальными вещами, почти со всеми, проблемы не было. Проблема возникла именно с минорой. Моше Рабейну никак не мог понять, как минора может быть сделана из одного литого куска золота определенного веса, определенного размера. При этом там из одного стаканчика выходит другой, из него кафтор, перах, еще что-то, какие-то вещи, которые связаны друг с другом, выходят одно из другого, и Моше никак не мог понять четкого строения этой миноры. И Всевышний показал ему минору в виде огня, в костре, который он зажег на горе Синай, он показал ему минору внутри этого огня, и когда Моше Рабейну спустился с горы Синай, он рассказал устройство миноры Бецалелю, который должен был построить минору, и Бецалель сразу понял, как ее надо строить, и это одно из мест, которое не понимал Моше Рабейну, и нам надо сейчас попытаться его объяснить. «Шма Исраэль» – утром и всегда лучше читать в сторону востока или, может быть, повернутым в любую сторону. «Шма Исраэль» можно повернуться в любую сторону, в сторону не востока только, а, как правило, юга, то есть в сторону Иерусалима. Надо знать, в какую конкретно сторону, надо посмотреть по карте, в разных местах по-разному, но из России всегда это будет в сторону юга, надо читать молитву Шмона Эсра. Шма можно смотреть в любую сторону, Шмона Эсра желательно, очень желательно встать и молиться в ту сторону, куда, в сторону Иерушалайма. Окей, двинемся дальше. Так вот, вернемся к Хануке, к миноре. Бецалель понял строение миноры сразу же, в то время как Моше Рабейну заняло какое-то время, ему нужно было, чтобы Всевышний показал ему минору. И с чем это связано? Еще очень похожая история с минорой произошла у человека по имени Аарон. Аарон, который пришел к Моше с претензиями, что он не понимает, почему все князья от всех колен должны были приносить жертвы, а он, Аарон, лишен возможности жертвоприношения для освящения храма, и Моше Рабейну ему сказал, что храм будет освящаться зажжением миноры. Аарон не понимал суть авойды, суть службы, которая называется зажжение миноры. Что было каше Аарона, что он не понимал? Вопрос, который он задал, был такой. Это, по-моему, даже Раши в Хумаше, если я не ошибаюсь, приводит этот вопрос. Что в чем состоит заповедь зажжения миноры? Мы говорим о том, что храм является источником света, который освещает весь мир. Из храма свет Творца
освещает мир в прямом и в переносном смысле этого слова. И в этом месте, которое является макор-ор, источником света, ты говоришь, что я должен зажигать свет. Какой смысл зажигать свет в том месте, которое само освещает весь мир? Это была кушья Аарона, и на это ему ответил Моше Рабейну, что именно ты и должен зажечь свет для того, чтобы осветить весь мир. Для того, чтобы это понять, нужно увидеть разницу между эпохой Моше и эпохой Хануки. Моше Рабейну и Аарон не жили во время Хануки. Во время Хануки жили Хашманаи, жили Танаим, которые были. То есть, это эпоха, которая называется Гестер Паним, сокрытие лица Всевышнего. Эпоха Моше – это эпоха, о которой мы говорили два предыдущих урока, фактически, говоря о том, что пророка подобного Моше не было. И пророчество Моше – это пророчество, которое говорит о том, что пророчество, которое дает абсолютно все. Моше был Авганавиим, отец пророков, и он видел абсолютно всю Тору в том свете, который ему давал Всевышний. Всевышний сообщал ему любую вещь, которую ему надо знать, без рассуждений. Остальные, Иешуа, все остальные, даже пророки, должны были только Леотик переписать эту вещь. Но сам Моше получал эту вещь лично от Творца. Когда у него возникал какой-то вопрос, он мог спросить Всевышнего и получить ответ на этот вопрос. Остальные пророки уже не могли этого сделать в том виде, в котором Моше, когда забылись 3000 голоход во время траура Моше, то Иешуа попросили восстановить их, спросите Всевышнего. Он ответил, что «Элу дворим» – вот вещи. После Моше мы не можем пользоваться пророчеством для восстановление законов Торы. Мы уже говорили, что для каких-то вещей можем, но оставим это сейчас в покое. Ханука – это время, когда все пророчество кончилось. Пророков уже больше не было. Это эпоха, которая называется эпоха Тараша Баальпе. Тараша Баальпе – это вид Торы совершенно, на первый взгляд, иной вид Торы, который был в какой-то степени недоступен Моше Рабейну. Я говорю, в какой-то степени. Мидраш рассказывает, что когда Моше пришел получать Торы на горе Синай, то он увидел Всевышнего, который рисует коронки над буквами. Сказал Моше: «Всевышний, мими Аков Алитка, Всевышний, кто тебя задерживает?» Объяснение этого вопроса. Что такое Тора? Тора – это гора, указание, которое ты хочешь, знание, которое ты хочешь спустить в Нижний мир. Если ты хочешь сделать какую-то, передать какую-то информацию, то передай ее в прямом виде, в том виде, в котором человек, как ты даешь все остальное. Почему надо нарисовать какие-то коронки над буквами, которые непонятно, что означают и для чего нарисованы? Ответил Всевышний, что в будущем появится человек по имени Акива бен Йосеф, Акива сын Йосефа, и он из каждой коронки будет вводить своды сводов законов. Попросил Моше Рабейну увидеть этого человека, и он был показан Раби Акива и его Тора. И Моше Рабейну не понял, что происходит до тех пор, пока Раби Акива не сказал, что все, что я говорю, следует из тех принципов, которые были получены Моше Рабейну на горе Синай. Тогда Моше успокоился. Чего не понимал Моше Рабейну в Торе Раби Акива? Тора Раби Акива – это наша сегодняшняя устная Тора. Только мы, понятно, не можем ее учить так, как учил Раби Акива, но тем не менее, способ и суть этой Торы – это Тора, когда мы учим какую-то новую часть на основании тех принципов, которые сказаны в письменной Торе, и выучим, уподобляя одну вещь другой. Я приведу пример для того, чтобы это было понятно. Мы сегодня находимся вот в студии звукозаписи и так далее, о которой я сейчас говорю какой-то урок, а кто-то его слушает, собирается слушать в метро и так далее. Простой вопрос. Можно пользоваться компьютером в шаббат? Вот такой компьютер, который стоит перед каждым, кто хочет, на столе. Сегодня я понимаю, что найти стол, где нету компьютера, надо уже поработать, надо этим тяжело сделать. Человек смотрит в этот компьютер, нажимает какие-то кнопки. Можно эти кнопки нажимать в шаббат или нет? Какую работу я произвожу? Понятно, что Моше Рабейну на горе Синай не был знаком с компьютером. Ему не показали компьютер, Минору показали, а компьютер нет. Почему, не знаю. Ему не показал Всевышний, какие кнопки в каком компьютере можно нажимать в шаббат, а какие нет. И вопрос, что можно делать в шаббат или нет, можно ли зажигать электричество, можно ли включать компьютер, письмо на компьютере является письмом или нет. Когда я пишу, буквы появляются на экране, а потом сами собой погаснут, если я не нажму какую-то кнопку очередную, называется это писать или нет. Я могу очень много вопросов, связанных с компьютером, привести вам и с электричеством вообще. Можно или нет пользоваться электричеством в шаббат? Вопрос, который возникает сегодня и не мог быть раскрыт в полном виде, вот во всех деталях, Моше Рабейну на горе Синай, поскольку компьютера в это время не было.
Поэтому для того, чтобы решить этот вопрос, сегодняшние мудрецы должны использовать правила, которыми пользовался Раби Акива. Но это те правила, которые были даны Моше Рабейну на горе Синай. Теперь я возвращаюсь в то, для чего я даю эту лекцию, чтобы ее объяснить. Это и есть Ханука. Но даю ее для того, чтобы объяснить клаль, правило, которое связано с 13 принципами веры, которое говорит, что Тора не будет изменена. Что это означает применительно к тому, о чем я сейчас говорю? Принципы, которые получил Моше на Синае, к ним ничего нельзя добавить и убавить. Учить из этих принципов новые законы, связанные с новым мациютом, с новой частью жизни, это, безусловно, мы можем сделать, и мы обязаны это делать. Это один из примеров, который я привел. Для того, чтобы мы поняли, что запрещается с электричеством в шаббат, что разрешается, для этого надо пользоваться коронками над буквами, то есть принципами, которые были даны Моше Рабейну на горе Синай. Я не очень понимаю вопрос. Читая молитву после произнесения слов, ибо уста каждого должны благодарить тебя, язык клясться тебе в верности, глаза быть устремленных и колени преклоняться, и стан сгибаться в поклоне. Нужно вставать на колени и кланяться. Нет, не нужно. На колени вставать и кланяться во время молитвы не нужно. Есть 4 поклона, которые делаются в Шмонесре. Если нужно, есть серия молитв по Шмонесре, которые здесь есть, не только по Шмонесре, а вообще по Твиле, по молитве, которые есть здесь в интернете, там я это объяснял, это не сегодняшняя тема, но кланяться на коленях не нужно нигде, кроме определенных вещей в Йом-Кипр, которые мы не обсуждаем сейчас никак. Поэтому я двинусь немножечко дальше. Так вот, в связи с тем, о чем мы сейчас говорим, что праздник Ханука состоит в том, что... Еще одно мгновение просто. Есть еще вопросы, которые могут возникнуть тоже, которые не возникали во время Моше Рабейну. Вопросы, которые достаточно примитивные, сегодня почти любой школьник может легко их задать самостоятельно. Тора запрещает варить в шаббат. Пользоваться огнем в шаббат нельзя. Варить на солнце в шаббат можно. У нас не урок по Диней шаббат, поэтому я не буду подробно в это входить. Пользоваться варкой на солнце Тора не запрещает. Но варить на огне и на любом подобном этому огню предмете нельзя. Электричество, электронагревательный прибор и так далее. Этого делать нельзя. Вопрос, который может возникнуть. Если мы возьмем кастрюлю с двойным дном, внизу нальем воду и положим карбид, негашенную известь. Вода начнет гасить известь, и будет идти реакция с выделением тепла. И во время этой реакции температура поднимется настолько, что то, что лежит во внутренней кастрюле, сварится и будет идеально сварено и так далее. Такая кастрюля существует. Можно ли этой кастрюле пользоваться в шаббат или нет? Такая варка на химической реакции запрещена Торой или нет? Такой вопрос не был освещен прямо в прямом плане на горе Синай, но принципы, позволяющие ответить на этот вопрос, были нам даны. И это и есть устная Тора. Это Гемора, это Мишна, это Шульхан Арух, это то изучение устной Торы, которое производят все, кто сидят в Бейт-Мидраше и учатся. Тора не будет изменена. Но мациют, новые вещи, которые появятся, не обязательно новые вещи, которые появляются именно в таком плане, они могут еще какие-то другие быть, но новые вещи, которые появятся, новые вопросы, которые возникнут, в Торе, которая дана Моше Рабейну, в Торат Мойше, есть ответ на этот вопрос. В тот момент, когда появились греки, это был момент в истории еврейского народа, когда не было пророчества, пророчество кончилось. Поэтому пришли греки со своей философией, философией, достаточно умный, достаточно серьезный, с развитым умом, со своими Платонами, Аристотелями и так далее, которые выводили выводы на основании научных данных, на основании умения логически мыслить и так далее, выводили выводы, которые ставили трудности, кушьёт для народа Израиля по поводу Тора. Поэтому появились целые группы людей, которые Тора называют Митявним. Те люди, которые, евреи, которые огречились, я не знаю. И слово «обрусели», я не знаю, как слово «огречельцы» сказать, не знаю точно. Но вы меня поняли. Приняли себя, стали кусочком греческой культуры. И вот, став этим кусочком греческой культуры, они приняли греческую философию. Произойти это могло только по одной причине. Потому что эта философия, она очень умная. Очень талантливая, она открывает
очень много тем. Это красота человеческого тела, это красота скульптуры, это математические выводы, это четкость мышления и так далее, и так далее. Поэтому появилось какое-то количество евреев, которые бросились в это. Их было не так мало. На сегодняшнем языке мы бы это назвали ассимиляцией. И вот в тот момент, когда это произошло, это могло произойти только по одной причине, потому что не было пророчества. Если бы в это время существовало пророчество, то пришел бы некий грек по имени Одиссей и сказал бы какие-то очень умные вещи, фантастически умные. И после того, как они были бы сказаны, несколько евреев, которые сидели бы у него на семинаре, на лекции и так далее, они бы очень отлагову, им бы очень понравилось и так далее. После этого пришел какой-нибудь пророк Ирмиягу, грубо, и сказал, вы знаете, он сказал очень интересные вещи, но Всевышний говорит иначе. И поскольку люди получили бы пророчество, и сомневаться в словах пророка Ирмиягу они не могли, то им ничего не оставалось делать, как пожать плечами и пойти за Ирмиягу туда, куда он их поведет. Но после того, как этот Ирмиягу исчез, или более того, исчез не только Ирмиягу, но даже Малахи, который был последний из пророков, Эзра и так далее, после этого противостоять этой греческой философии было невероятно трудно. И вот здесь появился Раби Акива, он появился после этого, я имею в виду Раби Акива, номинальное такое название. Появилась Тора Раби Акива, появилась устная Тора, которая пользовалась правилами, клалим, способами философии, выводила с помощью логики очень многие вещи. Но если философия доходила до определенного предела, а выше идти не могла, потому что все, что я не воспринимаю, все этого нету, то в отличие от этого, не философия, а Тора Шебе Аль Пе, она исходила из принципов, которые получены Тора Шебе Ктав, письменной Торы, полученной Моше на Синае. Поэтому она раскрывала то, что было сказано Моше. И это и есть гаатака, пересказ того, о чем говорил Всевышний. И эта Тора, я говорю сейчас о Торе Шебе Аль Пе, это Тора, о которой сказано, что она никогда не изменится. Поскольку мы говорим, что принцип, о котором мы все время говорим, вот последние несколько уроков, это принцип, который гласит, что Тора к ней не будет добавлена, от нее не будет убавлена. К ней не может добавить даже пророк, кроме какой-то вещи на гора Ша. И при этом могут прийти наши мудрецы и добавить те вещи, которые не были сказаны Моше на Синае. Это противоречие. И это противоречие, которое есть понимание этого противоречия, это и есть то, что мы будем праздновать Хануку. Это то, что мы говорим, что Тора Шебе Аль Пе, устная Тора, о которой мы говорим, она вся вытекает из того, что дано Моше на Синае. Обратите внимание на тот мидраш, который я привел, что когда Моше пришел получать Тору на горе Синай, он увидел Всевышнего, который рисует коронки над буквами. Сказал Моше Рабейну, «Мими Акав Алитка, кто, зачем тебе это нужно?» Ответил Творец, «В будущем появится человек по имени Акива бен Йосеф, и он из каждой коронки будет вводить своды сводов Галахот». Попросил Всевышний показать ему Тору этого человека. И он увидел класс, где Раби Акива дает урок Торы и объясняет какие-то вещи, которые Моше Рабейну не понял. Моше испугался. В конце урока один из учеников спросил, «Рэби, минаин лаха? Рэби, откуда у тебя это?» Ответил Раби Акива, «Лемойши Мессиной, все это следует из принципов, которые были получены Моше Рабейну на горе Синай». После того, как он это сказал, Моше Рабейну успокоился. Вопрос, который, простой вопрос, чего он испугался, чего он успокоился, что изменилось? Ответ на этот вопрос я уже дал. Моше Рабейну, увидев Тору Раби Акива и не поняв ее, испугался простой вещи. Один из принципов, сформулированный Рамбамом, что Тора не будет изменена, он аннулирован. Раби Акива говорит вещи, которые не понимает Моше. Значит, есть какой-то хидуш, какое-то изменение Торы со времен Моше Рабейну. Если так, то это не Тора. Мы об этом все время говорим. И Моше Рабейну испугался, что появляется Тора, которая не является Торой. Если она не была дана на горе Синай, то это не имеет никакого отношения к понятию Торы. Он пугается. После того, как ученик спрашивает Раби Акива, «Раби, минаин лаха, откуда у тебя это?» Отвечает Раби Акива, что все это следует из принципов, которые получены Моше Рабейну на горе Синай. Вот тогда Моше Рабейну успокоился. Не написано, что он понял Тору Раби Акива. Моше Рабейну было очень трудно понять Тору Раби Акива, поскольку он находился на таком высоком уровне, что ему не нужно было делать какие-то выводы из тех принципов, которые он получил на Синае. Он получил все детали, он знал абсолютно все. Поэтому все эти магалах, весь этот путь вывода, который делаем мы сегодня, для Моше Рабейну был лишним. Но он понял, как это происходит, и он успокоился. Тора осталась неизменным.
Приходит Гемора в трактате «Шаббат» на 23-м дафе и говорит, можно или нельзя нам благословлять свечи Хануки. Говорит, мы благословляем свечи Хануки, говорим «Ашер китшона бамитсвойсов». Мы говорим, что благословен Всевышний, который осветил нам своими заповедями. Спрашивает Гемора, где он осветил? Где это освящение? Где заповедь Хануки? Переводим на наш язык. Заповедь Хануки должна быть указана в Торе. Говорит Гемора, что это указано, не сворачиваясь с того, что сказали наши мудрецы, слушай своих родителей и так далее, и так далее. Нефеш ха-Хаим говорит, очевидно, очевидно, совершенно очевидно, что если есть заповедь Хануки, то должна быть какая-то асмахта, должно быть какое-то упоминание о Хануке и Торе. Нефеш ха-Хаим это настолько понятно, это само по себе то, что он не стал этого описывать, не стал приводить пример, он говорит, вода, что это где-то описано, безусловно, это где-то описано. Мы должны понять, что раз это где-то описано, даже если мы не знаем где, для нас это очевидно, что не могут они установить заповедь, даже заповедь Дарабонан, если нету, это не следует из принципов, полученных Моше на Синае. Комментарий к Нефеш ха-Хаим находит Мидраш, который говорит о том, что Моше говорит Аарону, что в будущем мы будем освящать храм через Минору, а не через жертвоприношение. Вот это вот намек на Хануку, намек такой очень тонкий, который указан в Торе непосредственно. Благодаря этому мы можем установить праздник Хануки. Таким образом, мы приходим к главному, что праздник Хануки – это праздник, который мы в добрый час будем праздновать уже на этой неделе всего через 4 дня. Праздник, который, зажигая свечи Хануки, зажигая эту Минору Хануки, мы вспоминаем о том, что тем самым мы, это постановление Рабанан, для того, чтобы мы отметили чудо, которое произошло. Чудо, которое происходит в мире, где нету открытых чудес, нету пророчества. Тем не менее, существует такая вещь, как раскрытие Творца, Беэстер Паним, сокрытие лица в том месте, где лицо Творца скрыто. Через какие-то вещи примитивные мы можем увидеть Творца, в том числе через чудеса, которые произошли в Хануке. Ханука – это победа Хашманаим, победа над теми Гзерот, победа над философией греков, которая дает нам возможность установить и увидеть, как из письменной Торы вырастает устная Тора. Это одна из самых трудных частей изучения Тора, поверьте мне. Увидеть, как из одного вытекает другое, и восстановить это. Сейчас, секундочку. Я не могу сделать голосовую связь параллельно с вопросами. Это я, к сожалению, не могу делать. Окей. Как относились еврейские мудрецы к Сократу? О Сократе написано очень мало. Рамбам очень был маарих не Сократеля, очень ценил не Сократа, я оговорился, а Аристотеля. Аристотеля Рамбам ставил на такую мадрегу, на такую ступень, что он считал, что он практически достиг уровня пророчества. Но ему помешали определенные вещи. И это не наша тема, мы однажды это разбирали. Спасибо всем, кто мне сказал спасибо, а вам пожелания по поводу хорошей Хануки, и чтобы свечи, которые мы зажгли, действительно помогли нам понять неизменность Торы и увидеть какие-то аспекты, которые только с помощью свечей Хануки мы можем увидеть. Ханука Самех, следующий урок мы двинемся дальше. Всего доброго, до новых встреч.